Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, сегодня мы будем готовить заправку для борща. Как вы все знаете, что мы часто варим борщ, и чтобы у нас сейчас много свеклы, чтобы зимой не мучиться во время приготовления борща совсем свеклы с морковкой, я решила приготовить уже в готовых баночках. Останется только добавить нам капусту и картошку. Для этого нам понадобится для заправки, я делаю на 2 килограмма. У меня 2 килограмма свеклы и 2, соответственно, я беру 2 килограмма лука, 2 килограмма морковки, уже почищенные на меня, сама свекла, чеснок. Чеснок я использую 1,5 полных головки, соль, сахар и лимонная кислота. Нам также понадобится пищевая. Также готовить мы будем в вот такой кастрюле. Сначала я достала мясорубку, сейчас все устанавливаю и будем делать свеклу. Итак, я начинаю все делать, начинаю делать мясорубки. Завязаю свеклу, чтобы удобно было, пускаем. Справились уже со свеклой, что у нас получилось все много. Теперь переходим к морковке. То же самое делаем с морковкой. Так, у нас уже готова морковка. Все, положила в большую кастрюлю. Теперь переходим к луку. Но лук я поставила мелкую терку сюда. И буду делать не сразу его, а сейчас добавлять. Просто сначала перетру его вместе с чесноком, лук и чеснок. И он у меня будет пока стоять отдельно в мисочке. Приступаем. Так, мы все перемешиваем. Содержимое кастрюли. Морковку со свеклой. У нас также готов лук и чеснок. Его мы будем добавлять немножечко позже. Сейчас мы в кастрюлю добавляем 4 столовые ложки сахара. Так, у нас грязная ложка. То, что здесь присутствует сахар, не пугайтесь. В борще он ни грамма не будет ощущаться. И также 4 столовые ложки соли. Столовые ложки лимонной кислоты. Это мы добавляем для того, чтобы свекла не изменила свой цвет. Если делается на килограмм того, то все, если на килограмм свеклы, то все получается в 2 раза меньше. 1 лимонной кислоты, 2 сахара и 2 соли. Также нам потребуется 500 грамм масла. Я добавляю 0,9 и 100 грамм еще долью. Так, все выливаем. Еще добавлю 100 грамм потом. И все хорошо вымешиваем. Так, я все залила. Хорошо перемешала, добавила оставшиеся 100 грамм масла, которое нам не хватало. И теперь закрываю крышкой. Пока, не забывая помешивать, пока на полчаса. Через полчаса буду добавлять уже лук с чесноком. Так, прошло уже полчаса. Я за это время несколько раз перемешивала морковку со свеклой. И теперь сюда добавляем наш чеснок и лук. Также все хорошо перемешиваем и оставляем еще на полчаса.
Так, ну что, у нас все готово уже. Берем банку и начинаем накладывать. Газ при этом не выключаем. Надо, чтобы все прямо было, ну, кипяток именно был. У меня сейчас стерилизуются крышки, как раз вот закипели все. Начинаю пока накладывать, как раз крышки будут готовы. Итак, все, заправка для борща готова. У меня получилось 6-9 банок. Теперь на зиму у нас заправки хватит. Сейчас ее ставлю в теплое, пока накрываю, ставлю в теплое место до полного остывания. Затем уже будем убирать в шкаф. Надеюсь, вам рецепт понравился и кому-нибудь пригодится.